Спортивный привет! Сегодня встречаюсь с чемпионкой России, мастером спорта международного класса Еленой Седовой, известная спортсменка, и поговорим о карьере, о победах, о разочарованиях, возможно. Обязательно смотрите этот выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что еще очень много эксклюзивных интервью впереди, известные спортсмены, тренеры и так далее. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, а мы начинаем. Елена Седова, супер спортсмен, еще поговорим обязательно, но сейчас ты будешь выполнять тренировку. Да, предстартовая разминка, пробегу сначала длинный кусочек 2 километра и потом по 400. Это серьезная нагрузка считается? Нет, нет, это лайтовая. Плеваться, харкаться никто не будет? Нет, а надо было. Все, договорились, ладно, отпускаем тебя и следим. Разминку закончила, Лен, правильно? Ну, беговую часть, да, сейчас порастягиваюсь, беговые сделаю еще. Сейчас любители цифр пишут в комментарии и спрашивают, сколько ты разминалась по времени? 4 километра, 4,20 или что-то, 4,19 в среднем вышло. Так, а пульс на него ориентируешься или нет? О, нет, я на самом деле я пульсометр надеваю только на длительные кроссы, когда я нахожусь на равнине. В горах я первые там 2 недели, конечно, все с пульсометром бегаю, а так... В основном только работы, и то сегодня работа такая больше просто поддерживающего плана, поэтому пульс не нужен. Я в конце, после двушки измерю в рукой по старинке. Вот, так что, не, на разминке не знаю, на разминке на самочувствие ориентируюсь. У меня вчера была баня и массаж, поэтому сегодня я немножко такая размякшая, как медуза. Так, ну и после беговой части ты какие-то упражнения, да, делаешь? Да, растяжку, ты же головой там, причем руками, ногами. Ну, тут важно же тоже... И побегать, и суставы свои подготовить, чтобы ничего не хрустело. Атлеты и вообще для любого человека, занимающегося спортом, кажутся максимально там странными, знаешь, там на одной ноге постоять, руки в разные стороны. А у тебя сестра какой-то специалист? Ну, она, да, вообще по фитнес-теме двигается. Вот, и... Но она очень умная в плане физиологии всех этих штук. Анатомические поиски. Где меня перетягивает, если я сразу к ней обращаюсь,
Она мне говорит, какие делать упражнения. И вот сейчас раз в неделю я еще вставляю тренировки онлайн. Ну, то есть ставлю телефон, она мне говорит, что делать. И это, конечно, максимально странные, на мой взгляд, упражнения, но они работают. И я даже, ну, на баланс и растяжки сейчас вставляю даже и в обычную разминку перед работой. Поэтому не забывайте заниматься. У меня вот, на самом деле, в грудном отделе поджимает. И сестра мне такая, блин, делай упражнение, значит, тебя зажмет. Стартов еще много. И я начала делать, я вначале, ну, не понимала немножко, как смысл. Оказалось, что реально там мы два раза позанимались, и у меня отпустила спину. Поэтому я теперь... Это как всегда, у тебя что-то болит, ты этим занимаешься активно. Делаешь хоть каждый день упражнения. Как только проходит, ты забываешь про это, вроде отпускает, это ненужная уже информация. Но так как звоночек у меня уже был по спине, я поняла, что нет, я буду делать это всегда. Такое слово профилактика, да? Да, да, да. Слово профилактика, для спортсменов это тяжело, но надо не забывать. Скоростное перевоплощение, да? Да. Это работает ты тоже, да, без этого, без ориентира на пульс? Да, ориентир на время будет, но опять же на самочувствие. То есть двойку мне нужно прокатить. Папа сказал никуда не торопиться. А вот немножко скорректировала работу. Будет 2 по 500 и 2 по 400. Порезвее немножко, но тоже так, чтобы не наесться на работе. Просто поддержать немножко организм. А часы у тебя такие здоровые, как компьютер, удобно? Часы это, мне кажется, легендарные. Они у меня очень уже давно. Это какая-то совсем не новая модель, это старая. Но они мне очень нравятся, потому что они долго очень держат заряд. У них какой-то большой объем памяти. И они достаточно точно измеряют расстояние, пульс. Ну, пульс с ремешком. И мне они очень нравятся. А тоже они здоровые такие, ничего? Ну, я в них только бегаю. Нет, на руке они нормально держатся. Абсолютно не мешает, но я в них не хожу в обычной жизни. Вот, и на самом деле это частый вопрос, почему я не сменю часы. Ну, потому что они мне, я не знаю, они не сломались, они абсолютно нормально работают, хорошо все измеряют. И я не хочу пока их менять. Нормально, хорошие часы. Вот они года с 15-го, наверное, им лет 8 уже. Кайф. Смотри, даже царапин нет. Только ремешок меняла. Так, сейчас чуть поускоряюсь. Начала Елена свою основную работу скоростную, и на самом деле даже на разминке я это заметил, и меня это несколько даже удивило, очень быстро и очень бодро Елена бегает. По 4.20 вы слышали темп, и я бегал с камерой, чтобы снимать ее работу, и это действительно быстро. Сейчас следим за тем, как она ускоряется. Ну и дополнительное. Интересно, как спортсмены на таком высоком уровне подстраивают свои тренировки, видоизменяют и регулируют нагрузку. При мне здесь, уже после разминки, Елена набрала тренеру, и они скорректировали отрезки, ускорение и величину этой работы. Интересно. А мы следим за тем, как проходит тренировка. Gotta work again.
А почему ты обратно в этот супер костюм свой не упаковался? Жарко? Да, на самом деле, кстати, ты спросил, почему я разбита, да, быстро бегаю, это из-за бани. А в принципе, я водой, знаешь, медленных кроссов, вечерок там по 5:30, по 6 минут. Ты пульс сейчас брала или нет? Слушай, имею такой компьютер, почему вот не надеть все-таки датчик? Натирает. А, да? Да уже и в руку все равно, когда берешь, ты понимаешь, пульс ровный или пропадает где-то. Все, 20 через минуту, это хорошо. Не, бывает, знаешь, иногда пульс бьется и пропадает. Там один удар, например, и это уже плохой знак. Неровно, да? Да, 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 аритмия или как-то там правильно называется. В общем, тогда я понимаю, что организм не должен становиться. Сейчас было ровно, 20 ударов через минуту, закончил на 28-29, так что нормально. Елена Седова после тренировки уставшая, но, я думаю, довольная, потому что хорошая тренировка получилась. Да, нормальная. Мастер спорта международного класса, чемпионка России. Какие у тебя главные еще достижения, титулы? Ну, рекорд России, не рекорд, рекорд соревнований стоит в манеже у меня на пятачке еще. Никто не побил пока. Супер. Ну, расскажи, как дела в целом? Дела хорошо. Вот закончился август месяц, в котором у меня было 5 стартов. Я немножечко подустала, но все в рабочем штатном режиме. Еще месяц стартовать. Еще 4 старта у меня запланировано, если никакие новые не вклинятся. Вот. Все штатно, меня радует, что организм вытягивает, ноги бегут, все хорошо. И совсем недавно ты одержала победу в Лужниках на полумарафоне, да, с которой я тебя поздравляю. И скажи, вот такие победы этого уровня для спортсменки твоего уровня, они что значат вообще? Ну да, Лужники – это не самая там титулованная половинка, не самая у бегового сообщества, но тем не менее… Этот старт, он был очень атмосферный, столько людей. Во-первых, я не ожидала, что будет столько стартующих, очень много людей было, которые подбадривали всю дистанцию. Буквально мы, может быть, там, когда оставалось 5 километров до конца дистанции, мне только закончились люди. То есть людям нужно было еще бежать очень много. То есть ребята только 5 километров пробежали, и из толпы выкрикивали имя, поддерживали. Это, конечно, очень приятно. В этом смысле встречное такое движение, это классно, да, для топов? Да, да. И мне было даже немножко неловко, что я там не отвечала, иногда там не махала, потому что как-то на солнышке чуть приустала, пригрела меня. Вот. На самом деле, ребята, если вы кричите, это все слышно, это заряжает, поддерживает. Как-то очень приятно было. На финише Пятюни я отбивала, прям мне очень понравилось. Слушай, вот по этой трассе в Москве, по набережной, вперед 10 километров и назад, я вот несколько раз бегал, и мне вот нравится, знаешь, в Питере полумарафоны и марафоны, потому что там такие улочки, все прочее, а здесь по прямой. Мне совсем не заходит, а у тебя какое ощущение? Мне на самом деле тоже больше нравится, когда какие-то повороты есть. Во-первых, если на набережной ветер, то ты бежишь либо 10 километров сначала против ветра, либо на финиш. Это, ну, достаточно тяжело. В прошлом году, например, на половинке в Москве на обратной дороге постоянно дул ветер и всех там ставило, мама не горюй. Вот. Я тоже люблю более поворотистые трассы. И в целом, когда у тебя есть какие-то объекты, за которые ты можешь цепиться глазами, ты поддерживаешь темп, а не так, что бежишь просто в точку. У тебя там, ты знаешь, что примерно там через 5 километров ты забежишь там в Лужники. И немножко темп теряется, подсаживаешься. Так, психологически, наверное, немного сложнее такие трассы бегать. Так, ну и ты все-таки не ответила, ушла от вопроса по поводу того, что для тебя значит эта победа. Это просто приятная такая проходящая история? Нет, нет, Лужники, мне хотелось выиграть Лужники. Во-первых, у меня приехала мама на этот старт, она приехала просто в гости в Москву, и мне было приятно у нее на глазах выиграть. Вот, и, ну, в принципе, любая победа на стартах бегового сообщества, она такая достаточно значимая, потому что все равно... Нет, я не могу сказать. Любая победа – это прикольная. Но именно московские старты, они какие-то такие более значимые. В целом, гонки у профиков, когда вы несетесь с какой-то невероятной скоростью на пределах возможности, там есть какое-то место кайфу где-то в какой-то момент или нет? Ух, это тяжело сказать. Тут тоже зависит
Зависит, наверное, от задач. А если мы начинаем быстро, то, конечно, в конце уже приходится терпеть на зубах. И иногда ты радуешься просто, когда ты пересек эту финишную черту, что наконец-то она наступила. И, не знаю, кайф, наверное, после приходит. Во время дистанции чаще ты решаешь какие-то задачи, именно вот, которые сейчас у тебя стоят. Там, тут поработать, там потерпеть, это, там, встать в спину. Может быть, не сбавлять темп, и не знаю, во время бега я не могу сказать, что прям вот, ага, на этих километрах я кайфовала. Нет, такого нет. Вот, кстати, на финише в Лужниках последние 200 метров я видела, что если я ускорюсь, то я разменяю час 15. А если не буду ускоряться, то ну, мне будет немножко проще. Я решила просто ребятам поаплодировать, поотбивать пятачки, потому что была очень хорошая поддержка. И, ну, я не разменяла час 15, но зато мне очень понравился финиш. Очень кайфово было. Окей, мы поняли, какие кайфы у профессионалов. Учитывая твой опыт большой и обширный спортивный, ради чего вообще людям, ну, если мы говорим, например, о ребенке, да, который выбирает, куда, чем ему заняться, ради чего вообще стоит идти в бег? Ну, я бы не рекомендовала детям идти в бег. Если... У меня родители сами спортсмены, но они до сих пор говорят, что они... Ну, как папа меня тренирует, он не может сказать, что он против моей карьеры беговой. А мама очень переживает и говорит, ну, когда ж ты отдыхать будешь. Вот. А детям... Как у ФП общее укрепление. У нас просто, Лен, канал про любовь к бегу. Про любовь. Не, на самом деле тут тоже очень важно ребенка рано не отдавать в легкую атлетику. Это не тот вид спорта, куда прям молодые детки приходят. Это минус у нас, потому что там 6-7 лет отдадут в гимнастику, в футбол, в плавание. И это, с одной стороны, это правильно. Ребенок должен... по детскую, то ФП, у него должен интерес быть, игровой формат тренировок. А легкая атлетика – это вот, это ты бежишь там по стадиону где-то, пашешь там, железо тягаешь, прыгаешь, и, ну, это больше про дисциплину, наверное, если именно в более взрослом периоде. А вот детей все-таки я бы, наверное, рекомендовала не сразу отдавать легкую атлетику или в секцию, где это в очень игровом формате проходит. То есть это эстафеты какие-то там с мячиком, побегушки, но не стадионные бега. Хорошо, ну а ради чего тогда ребенка потом, позже уже, не в детском возрасте, а приходить в бег? Есть какие-то вот... Опор, смотри, значит, у нас есть мышцы, ты знаешь, там бицепсы, трицепсы, а сердечко – это тоже мышца, ее надо качать, и она на тренажерах не накачается. Сердце станет сильнее только вот... от правильных тренировок, наверное, так тоже сказать, чтобы укреплялся организм, дисциплину прививали, опять же, детям. Для этого нужна легкая атлетика. Но, кстати, ты говоришь о родителях, твой же отец известный тренер. Скажи, у тебя вообще был выбор в детстве? У меня родители были против моих против, тренировок, да? Да, то есть я занималась... Я ходила в секцию «Бобры», мы ходили в походы, я занималась лепкой, рисованием, рисую до сих пор отвратительно. А «Бобры» это что такое? «Бобры», ну мы в походы ходили, по скалам лазали, всякое такое. Такие скауты, да? Да, 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 да. Я много чего попробовала, но именно я сама, это был мой осознанный выбор. Папа просто спросил, ты хочешь тренироваться, и я сказала, да, я хочу бегать. А ты не жалеешь? Нет, абсолютно не жалею. Я в баскетбол играла, мне зуб там выбили, вот, так что. Я много чего попробовала, но, наверное, я все-таки не командный игрок. А какие еще виды спорта, может быть, нравятся, может быть, следишь за чем-то? Слежу, да, ну, иногда могу футбол посмотреть, если красиво, но я не абсолютно не слежу за футболом. Если тут какая-то красивая игра, то могу глянуть. Да я даже не знаю. Ну, вот УКРщики красиво скачут. Не только здесь, а в принципе. Слушай, а циклические виды спорта, там велоспорт не смотришь или что-то подобное? Нет, честно сказать, не слежу за велоспортом. Лыжные гонки. Вот лыж, биатлон, да, интересно. Интересно? Очень, да. За кем следишь особенно, может быть? Вот сейчас, честно сказать, я, может, там, год-два, я не знаю лидеров, а вот когда наши ребята там на Олимпиаде были, блин, полтинники все эти, биатлоны. У нас в Новосибирске хорошая школа биатлона там. И я уже сейчас туплю по фамилиям, могу там, я не вспомнить, Зайцева, Слепцова, но вот из тех. Ой, ну это очень давно было. Да, это очень давно было, там, Легков, да, там, это такие звезды, которые... Десятилетней давности. Масштаба, да, из современных я, наверное, мало кого знаю. Но вот, Устюгов, Большунов. Знакомые, да, фамилии? Нет, ну, этих, да, 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 этих ребят тоже знаю. Извините. Они, кстати, все смотрят канал мой, поэтому... Нет, тоже очень крутые ребята, очень крутые, ну, на самом деле.
Как думаешь, если не следить, а вот проявить себя, ты в каких видах спорта могла бы быть хороша еще? Слушай, я тебе могу назвать, в каких видах спорта я была бы плоха, откровенно. Вот в лыжах я вообще просто, я с бабулями зарубаюсь, примерно так. Я думаю, что, ну вот баскетбол, я нормально, я за школу играла. Ну, я жестко играла, конечно, но в ориентировании, мне кажется, можно было. Я более-менее нормально так, в пространстве ориентировалась. Да, в ориентировании я тоже занималась. Вот. Ну, какие-то такие, знаю, все равно связаны с бегом. Мы поговорили с тобой про кайф от соревнований, где его искать профессионалам. А если говорить о тренировках, где здесь кайф? И есть ли он? Так, у тебя канал про бег, да? Я сейчас должна что-нибудь... Про спорт и любовь к нему, да? Ты знаешь, да, на самом деле я не могу сказать, что я прям так кайфую на тренировках. Я кайфую, я побежала кросс в лесу с музыкой. Во-первых, я не из тех, кто любит особо бегать, знаешь, в компании постоянно. Я люблю бегать сама с собой, с музыкой, наслаждаясь там природой, погодой и так далее. И, наверное, в этом кайф от бега, что ты можешь в любое время выйти, несмотря там на погоду, дождь, жара, музыку в уши, и бежать, думать, копаться там в своей голове, что-то по полочкам раскладывать, просто отключиться от этого мира, иногда это просто необходимо. Окей. А если говорить такой, знаешь, антикайф, когда действительно там хочется все бросить, и это все непонятно зачем нужно, такие моменты бывают наверняка в жизни профессионала? Да, конечно. Расскажи конечно. О них. Это что за ситуация? Это сложные тренировки очень? Да, когда, например, работу ты не можешь сделать, у тебя не получается. Но сейчас я уже начала от этого отходить. Если мне не получается работа, я ее просто заканчиваю и переношу куда-то. Но... Конечно, антикайф – это когда ты тренируешься, выходишь на старт, и что-то на старте не получается, ты вроде как всю душу вложил в этот процесс тренировочный, а выхлопа никакого нет, и тогда, конечно, хочется завязать, наверное, со всей этой ерундой. Слушай, а список какой-то можно сформулировать самых тяжелых и некайфовых тренировок? Ну, для меня… Топ-3. Топ-3 – это работа по 200, по 400 метров, это отдельных… По 200 отдельно ненавижу, по 400 не люблю. Поэтому сегодня по 500 делала? Ну, сегодня было 2 по 500, да, как-то уже морально полегче. И, наверное, не люблю какие-то супер длинные темповые, которые один большой кусок, ты его бежишь, думаешь, господи, когда же он закончится? А все остальное вообще нормально. То есть третью не найдем в этот топ? Ну, вот длинный кусок какой-то, один длинный кусок. Я их не люблю. По 400 мне тяжело бежать, потому что быстро нужно бежать. По 200 вообще надо выпучить глаза, как быстро бежать. А длинный кусок монотонно, вроде как медленно нужно бежать, долго. Окей, самые кайфовые тогда тренировки? Люблю бегать в горочке. Там 200-300 метров в горочке и, наверное, там по... Раньше я не любила по 800 и по 1000, а сейчас как-то мне нравится. Даже нормально так заходит. Все понятно. Я был свидетелем, как ты сегодня выстраивала свой тренировочный процесс, звонила отцу, наставнику, и вы там меняли какие-то нагрузки. Твой отец тренер. Ты тоже же сейчас тренируешь любителей и все такое прочее. Скажи, это какая-то потомственная, да, история? Ну, конечно, я ребят, которых беру под свою опеку, где-то тренирую, там, исходя из своего опыта, из своих знаний, но если мне нужно какие-то консультативные вопросы решить, то я могу пап спросить, могу у сестры что-то спросить. Да, наверное, сестра да. Же у тебя большой специалист, мы выяснили точно. Да, да, она на самом деле мне помогает, и сейчас прям в этот сезон она меня здорово выручила, потому что мне, повторюсь, зажимала спину, и тьфу-тьфу-тьфу, все на место встало нормально. Но спортсмену твоего высокого уровня по-прежнему нужен наставник? Да. Ну, я из тех, кому нужен. Не знаю, есть ребята, которые говорят, что они самостоятельно могут тренироваться. Нет, мне нужен. Знаешь, я сомневаюсь. Вот, например, я знала, что надо по 400 побегать. Я думаю, блин, а вдруг нет? И позвонила папа. Уже он понял, что, видимо, у меня какие-то сомнения есть. И говорю, ну, давай 2 по 500, 2 по 400. Вот. И иногда бывает там сложно. То есть мне папа не говорит, там, например, делаем 10 там, по 600 условно. Он там 8-12. А дальше я уже смотрю на самочувствие. И бывает так, что... Прям посредине работы я могу позвонить ему, ну, вот Артем со мной там на тренировках ездит, и он набирает, спрашивает, там, делать еще или нет, там, делать быстрее или нет, и папа уже оперативно реагирует. Давай вернемся к истории про твою тренерскую такую активность. Сколько у тебя подопечных, расскажи? У меня сейчас 4 ученика.
как они, успешны? Бьют ли рекорды? Ну, свои рекорды, да, бьют потихонечку, помаленечку. Мы бежим быстрее, вот. Есть у меня ленивые ученики, которые по 3 раза в неделю тренируются и бегут 1:32.5. То есть можно 3 раза в неделю тренироваться и бежать час? Ну, 1:32, 1:33 бежит, значит, у меня ученичок один, которого я пытаюсь расшевелить на 4 тренировки в неделю, но нет, не хочет. А когда ты начала заниматься этой историей, курировать подготовку? Наверное, года с 20-го, плюс-минус. Ну, то есть не очень долго. Я не беру много учеников, потому что пока я активно сама тренируюсь, сам понимаешь, у меня нет общего плана, который, знаешь, там, так, ты бежишь просто в разных скоростях, там, ты помедленнее, ты побыстрее, нет. Мы с ребятами постоянно на связи, и уже это какие-то, знаешь, такие достаточно дружеские, наверное, отношения, что списываемся постоянно, там, корректируем что-то по самочувствию. По объемам. Такие вот примерно как с папой у меня, так и я только да. хотел сказать, да. Так и с ребятами. Ну, очень многие топовые спортсмены, бегуны, атлеты занимаются как раз тренерской деятельностью. Это почему? Это свидетельствует о том, что вот чисто на беговом заработке сложно существовать? Ну, в том числе, да, это, конечно, заработок, и где-то тебе хочется, может быть, передать свои знания. Но в целом, естественно, конечно, да, зарплаты спортсменов не так высоки, и хочется вертится народ как может. А расскажи, это интересно, помимо призовых, там, тренерской работы, из чего еще формируется заработок спортсмена? Есть зарплата, в каждом регионе по-разному. Ну, скорее всего, во всех регионах там, попадание в тройку на чемпионате России, и то не всегда это является критерием для постановки на зарплату, и зарплаты это, то есть, я не знаю, там, от 12, наверное, до 25 тысяч, примерно такой уровень. Ну, вообще, это можно назвать достаточным уровнем ну, и заработка, нет. и условий? Нет, ну, конечно, это как ну, на 15 тысяч в месяц не проживет ни один спортсмен, ни обычный там, человек, не знаю. Конечно, это низкие зарплаты, но, к сожалению, сейчас в России ситуация такова. Когда я стала, наверное, на зарплату, у меня там 1008 или 1009 была ставка спортсмена-инструктора, поэтому сейчас, можно сказать, за 15 лет ставка поднялась, да, стало больше. Ну вот меня всегда это, знаешь, удивляет, когда я общаюсь с выдающимися действительно спортсменами, которые пашут, какие-то невероятные тренировки делают, результаты показывают, и вот потом они рассказывают о том, что условия не самые хорошие. А если говорить в целом о ситуации в легкой атлетике, в беге, ты ее как можешь оценить? Ну, смотри, здесь тоже у медали две стороны. То есть, если ты хочешь зарабатывать деньги, то, пожалуйста, иди там тренируй, не знаю, там бегай, пробеги какие-то еще. То есть, никто же не заставляет тебя оставаться только на ставке там спортсмена-инструктора, 15 тысяч рублей бегать на стадионе. Развивайся, что-то вкладывай в свое обучение, там, не знаю. Ну, то есть, ищи выходы. Опять же, говорить о том, что у нас все плохо, да нет, я такой человек, который старается найти позитив. Зачем циклиться на вот этой зарплате 15-тысячной? Конечно, ты с нее никуда, дай бог, там на еду хватит, а то непонятно на какую. Ситуация, конечно, ну, нехорошая, да. У нас тренерский состав тоже получает немного. Тоже небольшие зарплаты? Да, конечно, да. А как тренеры выкручиваются? У них же нет призовых там. Тоже ищут учеников каких-то дополнительных? Ну, где-то они устроены там на полставки, может быть, для США, еще где-то. За счет проведения соревнований. Но на самом деле я не знаю, как выкручиваются. Вот, и поэтому... Крутиться, да? Да, да. Нелегко приходится. И, может быть, отчасти поэтому у нас тренерский состав, он такой в основном в возрасте. То есть есть молодые, амбициозные, но на ставку ты не проживешь. Особенно у кого там есть семья, дети. Конечно, тренерская ставка – это копейки. То есть энтузиасты такие остаются, да, в этой истории? Энтузиасты, да, это минус большой, наверное, сейчас, что, не знаю, достойного обеспечения, может быть, нет. Ну, вот на российских сборах выезжают, я смотрю, много ребят. Про актуалочку хочу тебя спросить. Видела, слышала слова пресс-атташе ВФЛА в адрес Владимира Никитина про полный ноль? Да, ну, я думаю, что... Что скажешь, хочу спросить. Ну, на самом деле ситуация очень некрасивая, что уж говорить, и, наверное, так скажем, за свой век я навидалась много, и отношение к спортсменам... То есть это не предел, да?
Да нет, но здесь опять же зависит от того, как ты себя ставишь, и в принципе где-то можно что-то схавать, а где-то можно там жестко ответить. Только вопрос, как ты, тебе будет боком потом или нет, но за время то, что я провела в легкой атлетике, я научилась себя уважать, и, пожалуй, сейчас свое мнение, свою позицию себя я буду отстаивать, даже если, ну, то есть, это будут люди высоких там. Ну, то есть, я на конфликт сама не пойду, но, тем не менее, да, ситуация некрасивая была, и здесь мне обидно за Володю, то есть, такое сказать кому-кому о Вове Никитину, это, наверное... Там главной звезде, наверное, да, последних там. То есть, Вова выходит, он пашет каждый старт, от старта до финиша, ну, до финиша он выкладывается, то есть, к Вове, мне кажется, претензий должно быть вообще ноль у всех. Окей. Для тех, кто не видел, кстати, обязательно посмотрите этот прекрасный ролик. Да. Давай поговорим с тобой еще немного о беге, о дорожке и шоссе. Многие сравнивают эти две индустрии. Кажется иногда, что это вообще отдельные миры какие-то. Ты в интервью не раз говорила, что шоссе тебе сейчас ближе и больше завораживает, да? Да, да. Ну, во-первых, я тоже в интервью говорила, что мне проще сейчас на шоссе заработать. Ну, давай смотреть правде в глаза, я не прихожу в магазин с медалью, и мне за это продукты не отдают. Я говорю, смотрите, а я выиграл Лужники. Нет, меня просят расплатиться за продукты. Вот, то есть заработать на шоссе сейчас гораздо проще, чем на дорожке. На шоссе я более конкурентная, поэтому... Ну, и тренироваться в моем случае к шоссе проще, потому что стадион и шиповки мне уже немножко тяжеловато вывозить. Ноги не так хорошо реагируют на это, а шоссе, я могу сказать, вот сейчас для пробегов я, наверное, тренируюсь в кайф. То есть я встала, работу покатала, потерпела где-то. Нет такого, что я после финиша там попой кверху дышу, стою там, сопли, слюни, такого нет, наконец-то. Когда бегаешь дорожку, вот как раз пашешь как конь, это отрезка бесконечная в шиповках. Дорогие зрители, спасибо, что смотрите выпуски на моем канале. Подписывайтесь обязательно, зовите друзей и ставьте лайки. Это поможет в продвижении проекта спортивного и выпусков интервью. Ну и для тех, кто имеет желание поддержать наш ресурс, оставляйте донат, становитесь спонсором канала. Вы можете оформить подписку на Boosty или оставить разовое пожертвование. Вся подробная информация в описании. А мы продолжаем смотреть интервью. Слушай, что-то можно сделать, на твой взгляд, как профессионал, как человека, который глубоко в этой индустрии, сделать что-то, чтобы дорожка и старт на ней были же таким же праздником были, как и шоссе, как вот эти большие массовые забеги. Ну, сейчас же стараются сделать так вот, королева спорта, этапы, все красиво, Матч ТВ снимает, приглашает даже там ребят из Беларуси, да, по-моему, были в этот раз. Ну, я не знаю, в целом, все равно шоссе, то есть приходят какие-то болельщики, люди, которые просто вышли на улицу, его смотрят, там, бегут, поддерживают. На стадионе такого нет. Я из тех стадионных бегов, там, пятерка-десятка, которые максимально несмотрибельные, там, ну, 10 километров, ты представь, нас там выходит 10-12 человек, и мы бегаем 25 кругов по стадиону, то есть, там, 30-35 минут, условно, да, и это ну, неинтересно, когда мало народу, и, может быть, из болельщиков были только там тренеры какие-то там, дай бог, один твой человек какой-то, там, подруга или друг. Слушай, ну ладно, мне интересно, люди выходят некоторые, я знаю таких, таких любителей спорта, смотреть как раз на шоссе, когда ты там два раза спортсмена увидишь. Вот, на шоссе, да. Но ты увидишь его два раза, а на стадионе он перед тобой крутится, мне кажется, ну, это круто. Во-первых, тайминг очень странный, то есть, например, десятку мы часто бегали там в 3 часа, там, 5 дней. Ну, в это время люди работают, они не пойдут на стадион вместо своей работы смотреть, как ты бегаешь по кругу. Вот. А на шоссе, ну, на самом деле, вот я стою после пробегов, когда финиширую, и я болею очень часто там, за ребят, любителей, поддерживаю, потому что это настолько прикольно. То есть люди бегут, они как-то превозмогают себя, кто-то просто бежит, кайфует, и как-то ты от этого подзаряжаешь. То есть я не знаю абсолютно там этих людей, но хочется поддержать, похлопать где-то, ты видишь, там тяжело, да. На белых ночах вот была история. По Невскому бежали ребята, то есть это 38-й километр, самый сложный, да, на марафоне. И бежит парень, и он остановился, пошел пешком, и я ему: давай, давай, быстрее, ты чего,
ну там молодец, немного осталось. Он так поднимает глаза, фокусируется, такой: Лена, о, Лена, блин, если Лена за меня болеет, и он побежал дальше. И мне это тоже было приятно, и парень побежал, пошел пешком. Ну, это прикольно. Кстати, «Белые ночи», я тоже бежал этот марафон. Мне кажется, это особый вообще такой по атмосфере. В этом году очень круто было. Действительно. Но знаешь, если говорить о дорожке, ты говоришь, что вот такого сложно добиться эффекта. Мне кажется, это так интересно. В Жуковском я был в этом году, когда Кубок России был, не так давно, несколько месяцев назад. И меня туда Николай Чавкин привел практически за руку. Потому что он мне много раз присылал анонс этих соревнований. Меня как-то не впечатляло. Я приехал с ним пообщаться. А он говорит: вот здесь проходит, пойдем. Привел, начал объяснять, что происходит, какие старты, какие соревнования, что это за люди, какая у них история. Я в какой-то момент понял, что мне реально интересно. Ну, я сидел и кайфовал. Когда, может быть, ты знаешь немножко там предысторию чего-то, а не так, когда ты пришел на... Ну, опять же, возможно, это было в рабочее время. Там люди мало... Это было 100% в рабочее время. То есть как люди пойдут, пробеги все проходят там по выходным, суббота, воскресенье, а стадионные бега, они в рабочее время, и... Я не знаю, анонсов может быть мало, там те же самые пробеги, их рекламируют, висят баннеры, там рекламу заказывают, там даже в каких-то соцсетях, ну и по городу, в принципе, есть какая-то информация, там о том, что будет там Кубок России, вряд ли знал хоть один человек, которого не прислал Николай Чавкин в WhatsApp картинку. Да, да, то есть информационной поддержки мало. И, в принципе, ну, то есть вряд ли люди откажутся от работы и пойдут смотреть. Причем часто соревнования бывают очень растянуты, то есть там 5 часов на стадионе, не каждый готов там высидеть это время. И поэтому, не знаю, как-то, возможно, стадион тяжело поднять на такие же зрительские овации. Ну, возможно, имеет смысл, знаешь, допускать какую-то часть соревнований там или день отдельный выделять для любителей, чтобы они тоже могли попробовать по стадиону, потому что это в чаше, это прикольно, это здорово. Ну вот, насколько я знаю, сейчас есть в Москве тоже беговое сообщество организует именно любительские старты на дорожке. Ну, я имею в виду, знаешь, совмещать. В чем прикол этих шоссейных пробегов для нас, людей, которые вообще от профессионального спорта очень далеки? Я бегу с тобой на одной трассе, я могу где-то сравнить себя, почувствовать себя чемпионом, а когда я впервые в прошлом году попробовал полумарафон пробежать, в Питере это было, и вот это последние 500 метров, когда с обоих сторон стоят люди, я реально почувствовал себя олимпийским чемпионом, что я несусь какой-то огромной мечте и победе. Понимаешь, вот может быть имеет смысл не совмещать, как думаешь? Ну, стадион, опять же, вот 400 метров ты никак не совместишь, потому что каждый бежит по своей дорожке. И получится, если поставишь профессионала и любителя, то просто профессионал учешь вперед и все, а ты будешь бежать и думать: черт возьми, я на стадионе, и мне там полкруга принесли. То есть, ну, может, это не очень смотрибельно будет, не знаю. Окей, договорились. Пишите ваши версии в комментариях, как вы бы поддержали легкую атлетику в этой ситуации. Когда приходила в спорт и начинала им профессионально заниматься, у тебя какая-то ролевая модель была, кумир, может быть? Ну, я хотела попасть в сборную, потому что мне казалось, что это прям очень круто. И это на самом деле было круто, когда мы выезжали на старты. То есть, как изначально было, 18 лет я первый раз попала на российский сбор в Кисловодск, меня вызвали, то есть оплатили билеты, я приехала, я жила на базе, где нас кормили там красной рыбой, бутерброд с икрой. Но не то, что я не видела этого этих продуктов, но все равно, то есть ты приезжаешь в команды, да, за тобой там вроде как следят, с тобой бегают на стадионе, вот там олимпийские чемпионы, ты боишься, думаешь: господи, лишь бы дорожку не перейти, там не в нужном месте, там в баню ты ходишь вместе с ними. Это прикольно, это для молодежи очень, ну, так дает толчок. Заряжает. Мне кажется, да. Вот. Потом была мотивация попасть на, отобраться на какой-то старт там за сборную, то есть тебе дают экипировку, ты ходишь довольный, тебе дали там чемодан красивой одежды, выезжаешь на старт, бежишь там, поэтому, да, были кумиры, я не могу сказать, что конкретные какие-то люди, ну вот, например, Вячеслав Сабунин, я его узнала, наверное, в 2013 году в Киргизию, мы поехали просто отдыхать, на 13 лет мне было, и я увидела этого человека, как он там бегает, потом почитала, посмотрела, насколько быстро он бегает, и вот познакомилась с ним вживую. Ну, из тех, наверное, из тех времен вот он такой был достаточно для меня знаковый персонаж. В отстранении находится команда российская довольно долго. Их явно меньше, вот этих успехов международных, становится. Как думаешь, это вот на мотивацию тоже ребятам молодым может как-то отразиться, на их мотивации? На самом деле я вообще не представляю, как мотивацию находят ребята молодые, которые... тем более у нас есть сильные спортсмены, которые могли бы претендовать там на первенство Европы на медали 100% ребята.
технические виды бега даже. И, не знаю, ну им, наверное, честь и хвала, что они не завязывают, потому что в какой-то момент у меня пропало, ну, такое желание именно, знаешь, там, впахивать на дорожке просто в никуда. Ты там впахиваешь, у тебя там олимпийский норматив, норматив на чемпионат мира, и при этом, ну... Толку мало, да? Да, вообще толку нет никакого абсолютно. А здоровье ты свое положил, и все на этом. Поэтому я надеюсь, что ребята молодые не забросят заниматься, потому что на самом деле это очень большой же пробел. Ты представь, если там с 15-го года... Это целое поколение. Да, это целое поколение, и для того, чтобы возродить высокие результаты, потребуется тоже много времени. Когда ты приходила в спорт, ты уже сказала, что у тебя была цель попасть в сборную, но, может быть, что-то более глобальное было? Какая у тебя цель была именно, когда ты начинала заниматься? Ну, конечно, мне хотелось на Олимпиаду съездить. Съездить или что-то там привезти оттуда? Да, ну, нет, я реалистка. Я понимаю, ну-ка. Нет, я, может, быстро бегу, но не настолько, чтобы с Олимпиады что-то привезти. Одеяло разве так какое-то. Нет, ну, побывать на Олимпийских играх вот хотелось, да. Потом как-то, не знаю, больше уже уперлась в результаты свои, чтобы быстрее бежать. Окей, а сейчас какая у тебя цель? Ну, одной, наверное, цели нет какой-то. Сейчас, ну, с одной стороны, коммерческая, да, то есть это то, чем я живу, то, чем я зарабатываю, легкая атлетика. И, да, потихонечку, наверное, улучшать результаты, цель, но при этом сохраняя здоровье. То есть я считаю, знаешь, своей сильной стороной то, что на протяжении многих лет я показываю стабильные результаты. То есть ты такой в долгую играешь, да? Да, да, да. Может быть, у меня нет таких там супер фееричных каких-то, но без травм я спокойна для своего организма. Мой организм переваривает все это, что я бегаю. Такой Бьерн Даллен стайл? Да ну он-то, по-моему... Нет, я себя не могу сравнивать с этим человеком, он все-таки более матерый. Если вам понравилось это интервью, то обязательно прямо сейчас ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также пишите ваши комментарии, это поможет в продвижении спортивного канала. Подписывайтесь. Увидимся еще не раз. Всего вам доброго. Пока.